Благодаря оздоровительным акциям, проводимым Министерством здравоохранения в регионах, качественное медицинское обслуживание становится ближе. Проект направлен на углубленный осмотр населения, прежде всего отдаленных уголков, высококвалифицированными специалистами. Очередной локацией команды опытных врачей стала Сырдарьинская область. Центральная многопрофильная поликлиника Гулистана. Здесь действует новая модель системы первичной медико-санитарной помощи. Мы обратили внимание на слаженный порядок приема населения. Нет больших очередей, как раньше. Пациенты организованно направляются к нужным специалистам. В частности, увеличение времени работы поликлиник с 8 утра до 20 часов вечера предоставило массу удобств населению. Раньше мы вызывали медсестру на дом или ходили в частные клиники на медицинские процедуры. Конечно, это не всегда удобно. Были долгие очереди в поликлиниках и больницах, а сейчас можем прийти в медучреждение в удобное для нас время. Здесь до 8 часов вечера работают и врачи, и медсестры. Процедуры можно пройти под их контролем в любое время дня. Лекарства также выдают бесплатно. Мы благодарны за такие условия и качественную медицинскую помощь. Оздоровительная акция началась с углубленного медицинского обследования местного населения именно в данной центральной многопрофильной поликлинике. Цель – сформировать список нуждающегося в медицинской помощи жителей региона по выявленным у них заболеваниям. Когда мне было 12 лет, я упала, и у меня был перелом тазобедренной кости. В то время я об этом не знала. В результате у меня образовался коксартроз. Сегодня я была на приеме у специалистов Министерства здравоохранения. Сказали, что помогут сделать мне эндопротезирование. Я слышала, что эта операция стоит очень дорого. У нас не было возможности сделать ее. Теперь эта помощь будет оказана мне бесплатно. В 2020 году у меня случился инфаркт. Я страдаю от болей, несмотря на регулярное лечение. Сегодня на приеме врачи сказали, что мне сделают стентирование. Если это не поможет, сказали, что сделают бесплатную операцию в Республиканском центре хирургии имени Вахидова. Это будет для меня большой помощью, поскольку до сих пор я не мог сделать операцию из-за отсутствия средств. Ведущие медики столицы помогают составить баланс распространенных заболеваний на основе принципа Махалябай. Эту пациентку сейчас беспокоит повышенное артериальное давление. Нами определена тактика лечения. Нормализуем ее общее состояние и направим ее в Республиканский центр травматологии для лечения коксартроза. Уже год не могу ходить самостоятельно. Кроме того, у меня повышенное артериальное давление. Приехали врачи из столичных центров и осмотрели меня. Сказали, что вылечат. Раньше не было такого. Спасибо за все. Кроме того, в рамках акции здоровья планируется улучшить деятельность первичных медико-санитарных учреждений, найти положительное решение проблем со здоровьем у жителей отдаленных и приграничных районов.